передачи. Еще одна. Сафонов опережает. Это уверенно. Это уже было уверенно, да. И как реагирует стадион на действие Сафонова? Смотри, как рукой, рукой идеально Матвей сейчас вел. Мяч метров на 50. Напомню, знаешь, кого играет Инфеева в лучших традициях? Да, Вандерсон, передача! 2-0 Краснодар! И это Дмитрий Стоцкий! Вандерсон выкатил на блюдечке с голубой каемочкой. Мяч введен из-за боковой на Аре. Вандерсон пас пяткой, Газинский, 2-0. Ну вот это классика жанра от Краснодара. Великолепная передача пяткой. Еще одна атака Краснодара. Вандерсон устал. Рубин, видно, что без мяча играть сложно. Вандерсон тащит мяч, пасует, удар класса на 1-0. Вот так открывается счет в этом матче. Быстрая потеря и быстрый гол. И в центре поля один Газинский. Его пока хватает. Из глубины Сулейманов набрал ход. Вандерсон, Скопинцев. С удовольствием отдает Скопинцеву право распоряжаться мячом Вандерсон иногда. Но и сам хорош в этом смысле. Стенка, удар, гол! Браво! Блестяще подыграл мяч себе пяткой после комбинации с Виктором Классеном Вандерсон. И открыл счет в этом матче. Сегодня подобный мяч забил Наполи. И там тоже, получив пас от партнера, штрафной себе пяткой на ход Аркадий Жмилик подыграл, а здесь Вандерсон. Ну и сам забег, смотрите, пас вовремя, пяткой от бедра своего мяч себе на ход, не касаясь его рукой. Здесь Газинский. Класс. Уткин, Уткин здорово пяткой. Обратная передача, Уткин, тончайший пас. И сначала в штангу, а потом и в сетку ворот. Передача Даниила Уткина, но не только она одна. Вся атака получилась очень краснодарской.